Привет, салаги. Йоу, ну йоу, что, йоу. Готовы к Battlefield Hardline с дядей Женей Брейном? Мы Боги готовы. Возвращаются, да. Натянули чулки на голову бабские и поехали. Свежеиспеченный. Давай возьмем вот эту тачку. Давай поменьше возьмем, да. Что-то ты какой-то большой. Я в багажнике с пулеметом. Я выйду, посмотрю. Инкредим, ну конечно, смотри. А, нихер. О, ты что беса это делаешь там? Вау, у меня музыка играет. Тихо, рыбчинка, полегче, что ли? Все нормально, да. Куда мы чешем? Йоу, мазафака бич, я взял и сел за пулемет. Мы едем на рейд. Дело в том, что это первое у нас включение именно сетевой части. Так, сетевая часть. Куда ты едешь? Я не знаю, пытаюсь куда-то. Вон точка. Тихо, тихо, поле... Палетка? Поле Олегче. Поле Олегче. Поле Олегче. Так, сейчас видим. О, смотри. Следующая песня. А я выключил радио, нафиг надо. А как выключить радио? А в настройках, наверное, где-то. Это кто? Это наш. Я не знаю, кто это. Так, едем нам сюда. А, ну естественно, да. Мы же выбираем короткие пути через лестницы. Все, Женек, погнали. Теперь она наша плаза. Я хочу выйти. Захватываем, давай, отлично. Статус точки. Мы пришли, сейчас будем захватывать. Братиня. Братиня, давай, не кипишуй мне тут. Главное, чулки одели на голову, все нормально. Захват подавлен. Все? Что такое? Что где? О, наверху, смотри. О, где? О, смотри, вертолет, смотри, падай. Вижу, да. Так, а ты куда побежал? Внутрь здания этого. Так, это ты, наверное. Это ты, да, я тоже пешкодральчиком. Смотри, блин, как все необычно, как все быстро, как все шустро. Голуби появились из ниоткуда. Оптимизация, кстати, классная, мне нравится. Оптимизацию отличную сделали просто. Пошли в лифт, погнали. Инкреди... Еще бы в сортир забежал. Пойдем в лифт. Воу-воу-воу-воу-воу. Я его убил. Бонус его... мстителя. Ну, тебя и убили, я его убил. Что-то там это самое загрелся. Он что-то попрыгал, как кузнец, молодец, и все. Так, у нас тут есть оператор, механик, штурмовик, профессионал. Возьми оператора с камерой, бегай там. О, сейчас какую-нибудь пушенцу надо себе открыть. Как все шустро работает, ёкал, глаз прям отвык. Ох, солнце-то светит. Эффект, это графон-то, ёпты! Next Gen. Он ёпты. Ну, в принципе, да. О, пойдем точку захватывать, Б. Плаза, ты на меня можешь спауниться. Выбирай меня, выбери меня. Я уже на мотоцикле. Выбери меня. Слушай, а тут нельзя, что ли, поменять вид? Блин. Как музыку выключить? Меня сейчас забанят. Екалабны. В настройках музыка выключается. А, окейшки. Настройки, опции аудио, да? Да. Или где ты выбрал? А, радио. Да. Радио, да, я выключил. Радио, да-да-га-га. Так, брейки дислокации. Готов, я убил какого-то Энфилд Деда. Я тебя поздравляю! Я убил. Такое достижение. Я кого-то убил! Счастье, знаешь, какое неописуемое, серьезно. Вот именно описуемое. Все штаны мокрые будут от такого счастья. Описуемое. Я счастлив. Ты счастлив? Меня переполняет. Счастье! Отцы, да? Отсыпь мне немножко этого переполнения. Града эмоций. Куда ты это скачешь, ёпта? Кто там скачет? Кто на парашюте? Ты как на парашюте прилетел? Я не знаю, просто прыгнул. Да? Слушай, как Бэтмен. Вертухайчик. Вертухайчик. Сладкий бананчик, да. Не вертухай. Смотри, здание С какое прикольное. Можно в самолет... Вертолет сесть, давай. Полетели, щенячек, полетели. Садись. Воу! Ну как, нравится? Да, все рушится, стекла рушатся. Да. А как вид поменять, ты помнишь? А С вроде должно быть, но тут что-то не работает. Чача-ча-ча-ча! Тихо, чача-ча-ча, аккуратно! Что такое? Я, короче, спрыгнул. Мандраж, подозреваемый убит. Слушай, а кого мы убили? Так вот убить успел? Ну, видимо... Классный, кошерный вообще. Кошерный огонь, однако, таки. Кошерный огонь. Все, я полетел. Воу! Слушай, когда стреляют, ну, короче, в вертолете, в меня стреляют, да. И видят, как эти на стекле, и знаешь, ответы, прикинь. Я только к тебе сел, и меня убили. Я понял, да-да-да. Кошерный, однако. Фрилансер убил, или нет, это ли сервер фрилансер? Фрилансер тебя убил. Фрилансер, наверное, какой-то. Слушай, прикольно, ты сидишь, стекло вот это вот, пуля непробиваемая. Угу. Поехали на... Давай-ка. Ой, стой, подожди. А я могу сесть? Могу. Да, давай ты поедешь. А, я уже поеду теперь. Давай. Ну, по очереди будем, да. Так, вид не меняется, к сожалению. Придется нестись как... Человек, к сожалению, да. Ну, жалко. Пауча. А как там? Блин, офигенно. Ну, расскажи, что там у тебя? Смотри. У-у-у-у! Что это я было сейчас сделал? У меня вообще... Все прекрасно, 60 кадров стабильником. Что ты делаешь? Я сам не понял. Как здесь все быстро происходит, а? Ну, динамический шутер же динамический, однако. Настолько динамический. Реально поражает.
Сейчас графика сделал. Поражает? Сейчас. Что тебя поражает? Динамика, динамика. А, динамика. Динамик, ё. Воу. Блин, тут все дерзко и резко. Я не могу вид поменять, к сожалению. Я вижу только свои руки и табло. Вот, Зе, поехали захватывать. Зе, поехали. О, Жень, иди сюда, иди сюда. Куда? На мотоцикле вернись. Назад, just, назад. Just a second. Как я же вид-то поменять, скажу. А? Найсовую тему. А, это ты вон со звездочкой сейчас. А, трамплин! Да, смотри. Найсовая тема. Смотри, сейчас я сяду, давай, поехали. Этим нужно заниматься в Battlefield, естественно. Так, мне нужно каким-то образом разогнаться и успеть на него попасть еще, да? Да. Ну, прям задачка-то не из легких. Тут ограбление происходит, а мы тут, значит, трамплин выискиваем. Ну, конечно. Давай, чудик, давай. У-у-у, давай. Абелив. Слабовато. Бонус за прыжок дали. Слабовато. Наличка есть. Так, что, куда мы едем? Точка С. Куда-нибудь, просто отмечь какую-нибудь. Вон стоят, смотри же. Забирай меня скорее. А, это не он. Это не он. Это чувак стоит. Точка Б есть, смотри. Что-то было. Бумкнуло. О, Копфер какой-то кого-то убил. Да ладно тебе. Блин, ну почему вид нельзя поменять, а? Настолько мандраж. Это на этом серваке. Все, поехали. Д. Вот, смотри, Д. Не, Д не надо захватывать, оно уже наше. Разве? Да, конечно. На тогда. Окей, я тебя вижу. Бегу на. Эй, воу, меня кто-то стреляет, аккуратно. А, вон, бро. Помогите. Делай добро. Ой, я убил его. Фрик, я тоже одного вальнул. Пуча. Слушай, тема. Блин, прикольно, только тема. Надо... Да, я тебе говорю, я думал, что будет хуже. Ну, получше, чем четверка. Получше, чем четверка, определенно. О, смотри, взять медпункт у меня было написано. Или что, ты мне можешь медпомощь дать? А, ты же медик. Как бросать, троечка? Ты немецкий медик. Но ты совсем не педик. Ты немецкий медик. Или концепция, ты не немецкий? В принципе, игры та же самая. Это Ну да. О, машина где-то, слышишь? Вижу. За это самое. Резина загудела. Аля Гудьер. Блин, так. А где же они? Резина загудела. Сейчас резины запахло. Вон они. Вижу. Запахло весной. Ой. Переехал чувака. Меня, это меня переехало. Тебя переехали. Да. Вот это экшен. Слушай, вообще кайфовая. Прям, знаешь, глаза разбегаются, настолько драйв мощный. Только нужно поменять этот поле зрения немножко. Что-то мне как-то это вырви глаз. Так, я на тебя. Давай. Я на тебе как на... Это что ну, за черт? На войне, да? Я тут пытаюсь... Какой-то капсус бегает, или кто это? Апсус? Капсус хуяксус, я ж на него нагнил. Нет, это наш. Давай, Женек, ты тоже медик? Ты же за медика никогда не играл обычно. А я что выбрано было, то и взял. А там можно сменить на инженера. Я понял, да-да. На инженера. Я люблю инженера. Или я люблю инженера, да? Так, педики это не мой... Ой, фу, медики, то есть. Короче, моя специальность. Смотри, у нас появились... Д, магазины. Да, вижу, и вон на карте еще что-то. На машины где ты? Ты как карту маленькую включил? Никак. У меня прям в игре на экране отображается. А у меня ничего не отображается. Не знаю, вообще эти карты не знаю. Вообще первый раз мы играем. Да действительно, что? Зато эмоции переполняют. Да, мне нравится. Какая-то очень редко санина бывает, на асфальте. Садишься играть. О, давай вот это захватим. Да. Прям выбор такой. Давай, ой, нет, лучше вот это захватим. Нет, давай другое захватим. Смотри, кит. Кит. Николь Кидман. Ага. Это ты? Ой, господи. Что за санина под ногами? Не знаю. После дождя, наверное. Давай, захватываем. Отлично, все. Сколько у тебя налички? 2500. Ишь ты, там мажорина какая. Тут, смотри, о, как... голубь прилетел. Гули-гули. Ой, голубь неубиваемый. Гули-гули. Голубь неубиваемый, кстати, да. Но вот это ладно. Видишь? Я гули-гули убил. Смотри, точка А. Нам 80 метров. Вон наверху. Наверху, чувак. Где? На втором этаже был, я видел. Нифига себе у тебя зрение. Ты что, рыба? Да, ёпты, сокол Сапсан. Сокол Сапсан рыба? Слышишь? Там тю-птю. Тю-птю делают, да. Тю-птю, ёп. Тю-птю. Поехали, чтоб тю-птю. Оспаривается, смотри, они тут, короче, и мы тут. И мы тут тоже оспариваем. Давай аккуратненько наверх. Это как заявку оспорить на ютубе, короче. Ага, давай это самое, аккуратненько. Статус точки мы захватываем, нас больше. Смотри, сейчас кто-то подоспеет. Я... Ты наверх побежал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, внизу. Нет. Не вон внизу. точка Б, там, смотри, черти на меня вверху нападают. Вверху на крыше, по-моему. Не, внизу, на втором этаже. А, третий этаж, все, меня завалили. Вон он там, сука. Сука какая, а? В этом деле сразу все пошло наперекосяк, да что ты говоришь-то? Тихо. Слушай, да, на третьем этаже они орудуют. Да, они как здесь, они? И вон там, вон двое было. Механик, сейчас штурмовик, давай возьму профессионала. Хочешь, я буду Леоном? Давай, Женек. Я взял... Йоу. Это блин, патроны кончились! Твою мать!
классный из меня профессионал. По-папски, сука, по-папски. По-папски. На, мудила, ёпта. Ну что там, что за у вас там? Сколько я убил уже? Пятерых! Пятерых я убил, ты понимаешь вообще? Насколько здесь отцовская игра идет? Отцовская игра? По экипировке что есть? Дубиной захерачил его, понимаешь? А я видел, кстати, я за тобой наблюдал. Да, это было хорошо, это было интересно. Так, давай, ты спаунься, я тоже беру штурмовичка. Так, машину возьмем, да? А, давай, да, лучше в машину. А как я могу вылезти из машины? А, все. Можно вылезти? Вот. Женя, классный способ, Женек. Не, ну стекло мешает. О, Зет высунулся из окна. Смотри, как я. Опаньки. Хера. Смотри, какой я экшен. Экшенмен. Экшенмен. Экшенмен летит на помощь. Экшенмен. Так, ну что ж, погнали это. Мне нравится. Да, симпотно. Симпотно сделано. Так, окей. Ох ты, как бумкнуло четко. О, смотри. Вон он. Блеп. Готово. Есть, мы его жахнули. Все, погнали дальше. А человек молекула на помощь спешит. Да, человек молекула. А человек молекула. Ух ты, какой красавельчус. Красавельчус. Так, давай смотри, где у нас точки захвата еще есть. Вот же была только что Б. Ой. Вот же только что Б была. Не, нам же красный надо. Ну красная Б вон горит рядышком, только что там были. Я тоже сначала так. Вот смотри, точка А свободная. Вижу, еду. Точка Б такая же. Что нас тут повалили? Едем на паркинг, короче. А, Таисия, повали, давай. Смотри, повали. Как четко, а? Мы... Очень. По-папски. Так, смотри, Женек, если увидишь... Аккуратно, смотри, здесь уже козлы. Кругом. На третьем этаже. Еду. Машине хотя бы небольшое преимущество, понимаешь? Любовь живет на третьем этаже. Серьезно? Жеж, да. Всегда так. Приехали. Гасят нас. Классно. Твою мать. Я не успел выйти из машины, меня уже сняли каким-то образом. Меня попали в тело, короче. Там такой маленький там смешной человечек показывает, на Фантомаса похоже. Бананамен. То есть свинья, козел, банан, мужик. Чё? Свинокозел, банана, мужик меня убил. Свинокозел, банана, мужик. Бананафон. 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 Теперь ясно. Я возьму, знаешь что? Вот такую штуку, смотри. О, ничего, так. Знатно. Никислав Чупчик, Жень. Никислав Чупчик? Да. Замечательно. Жень, что ты это самое, очень подвеянный какой-то, быстрый, я смотрю. Резкий, дерзкий. Как пуля. Там трамплиншка, по-моему, наверху, да? Да. Тю-тю-тю-тю. Слушай, ну как же так все динамично-то, а? Шикарно, вот так и должна быть игра. Они наверху, Жень, аккуратно. Я понял, очень вот... аккуратно. Поехали пешочком. Я хотел наверх там сразу. Пойдем пешочком, давай, куда, где, слушай, показывай. Это дело что, закрывается? Оспаривается точка, аккуратно, будь бдителен. Я что-то нажал, слушай. Ты что-то там закрыл или открыл? А, все, они сюда хер заедут, смотри. Думаешь? Только мотоциклы. О, люди наверху, вон, третий этаж. То есть крыша, вон, смотри, чувак бегает. Пау! Где? Ух ты, ё, граната! Твою мать, поздно! Ты мог раньше сказать, я не увидел его в последний момент. Ну, что поделать? Ой! Ну, что сказать? Ну, что сказать? Блин, черти полосатые, а. Надо тебе другую взять. Я взял инженера, по-моему, или подожди, кого? Может, оптику хотя бы? Ghostbusters меня убил. Who you gonna call? Все закрыто. Пламя-гаситель. Так прям вздохнул. Да, у меня все закрыто, понимаешь, техника. А почему медик называется оператором? Все операторы сейчас недоступны. Да, перезвоните попозже, штурмовик. Штурмовик, профессионал. А ты механик, да? Я механик, да. Штурмовик? Штурмовик, у него тяжелое вооружение, то есть не тяжелое вооружение, но... Играть, типа с оптикой. Ну, Кани, ну давай. Пацан-трей такой серьезный. Давай, пацан-трей серьезный. Стоп, во, давай, все, поехали. Айда. Антра-та-та-та. Какой-то странный звук сейчас. Ну, слабенький для такой машинки, да? Как уточка. Типа заело, Жень. Что за кряхтение? Ну, уточка. Такой острый, блин. Смотри. Я переехал его! Ты видел? Каким образом? Я переехал только что его. Вертолет упал. Поражение, да. Вертолет упал, поражение. Сервис with integrity. Черт, да? Так же классно было. Что нам дают теперь? Плохо. Мне дали ранг 1, барнельный джип, что-то там вертолет, что-то куча значков летит, я ни черта не сбиваю. Я двоих убил. Нифига я бог. Нифига себе, я тоже ничего так пострелялся. А смертей 9. У нас с тобой смертей... А, не, у меня больше. Я больше раз умираю.
Да это не важно, мы же играем первый раз все-таки. Да, и тем более мы вообще не играли год давай, уже в батлу. Следующая карта, смотри, быстро заходит и быстро меняются карты. То есть 5 секунд ждешь, 5-10, и уже вот сейчас новая карта, сейчас посмотрим. Так, классический режим Battlefield по захвату точек. А, это мы любим. Под откос. О, какая карта тимовая, ты видел? О, стройка. Так, что, давай, готов. Это Исайд, мафака. Это Исайд, детка. Так, я буду за оператора тогда пытаться. Сам себе режиссер. Нет гаджета, а что я могу? Шприц выживания, дефибриллятор. Нет гаджета, корявый репак, перекачай. Раз нет гаджета. Слокация. 20 секунд ждать. С 20 секунд. Да, мне тоже. Так, пикаль у меня. Под откос. Гранат. Хорошо, вертолет, все понятно. Слушай, вообще проблемы. Оставайтесь с нами и следите за эксклюзивными подробностями. Полицейский рейд. Ну так долго строка бежит, я что сделаю? В этом плане. Да, не уверен. Смотри, все, у нас тут новый этот транспорт, и смотри, какой моцик. Какой, я еще не зашел пока даже. А, у меня уже пустило. У меня что-то долго, да, ну, что поделать. Ладно. Под откос. Все. И тут нельзя же менять точно. Я сажусь к тебе, да я сажусь к тебе, смотри. Ну, я сел же, ну. Смотри, как я хочу посмотреть просто. Слушай, да ты коп? Да. Да ты сватовец. Ватовец? Ну, сватовец, да. Сватать будешь кого? Нет, сватовец. Так, поехали, ладно. Свят, батюшки свет, и мост. Мост? Смотри, падает сейчас. Не пойдет? Нет, это наш. Точка. Слушай, звук такой странный, да. Вот такой. Вон они, Жень. Где? О, да. А, это наш. Мафака бич, это не наши, это не наши. Ни в коем случае. Жень, гандош. Ух, нихера. Не вижу, ты куда-то пропал. Ух ты, ё. Давай, Женек. Ух ты, ё, где... Происходит! Бронированный джип состояние техники 93, ребилд, нас убили 3 пика. Слушай, как все быстро происходит, это вообще просто опупеть. Вид нельзя поменять, вот лажа. Вот вид, вот попробуем. А, нет, это же на тот же сервер. Да, это тоже сервак. Угу. Слушай, я возьму медика тогда. Или механика. Я тогда буду механиком пробовать. Давай я попробую медика, а ты возьми механика. Попробуй за механика, потому что за медика мы уже пробовали. У него что, моя любимая МП5, что ли? Да. Да. Сюшка, поехали, вот машина, поехали все вместе. На аптечку, ёпты. Чё, я сажусь за руль? Да, вот чувак с нами поедет, давай. Окей. Все, я сел. Как высунуться, Z? Z? Ну как, тебе нравится? Я тебя вижу. А что у тебя? Ножки твои вижу. Так. Здорово, чувак. Поехали. Здорово, братюнь. Здорово, братка. Едем. Едем. Далекие края. О, черти. Слева были. Вон машинка. Сзади была. Ну ладно, мы на точку Е. Так, давай, да. Пау! О, Жень, аккуратно. Каповские машины могут выдержать все. Мы научены по боевикам, поэтому. Это да, кстати, да, самые быстрые, самые. Вон они. Мне бы еще. Давай. Кью, точно, я забыл про этот ход. Вылазим. Рули, давай, слышат, сказал. Ну, рули. На, ты види. А мне сказал, на, ты види. Рули, давай. Рули, давай. Здесь контейнеры они были, я видел. Да. Аккуратненько. Здесь нужна тактика. Спасибо, тактика, Кэп. Шмактика. Спасибо, Кэп, здесь нужна тактика. Да ладно. Ну, шутер вроде как не тактический. О, бегут. Шутер не тактический. Как это? Женя, к вам бегут. Бегут, стреляем, убили. Все, считается вот как убийство. 80 очков дали мне. Считается сзади, как убийство. Убил, блин, да. Отлично. Я еще кьюшкой нажал. Ага. На точку Д побежали. Давай. Может, поедем лучше? А, вот, чувак, стой. Воу, что о, было? Айда, я тебя вижу. Вон, чувак. Аккуратно. Все, ты убил его? Живу, блин. Красавеллос. Я не знаю, почему? Убил я его, не убил. Ты, скорее всего, завалил его. Нет, сзади тебя какие-то чуваки были два. Смотри, вон точка Б недалеко, 100 метров. Побежали. Ты куда? Побежали. Давай. Атмусор. Ну ладно. Мусора, да? Опаньки, сзади. Сзади, наверное, или откуда? Я что-то... Жалко не показывает. Помнишь? Я тоже не понял, откуда. В третьем показывает обычно. Конкретно, знаешь, по Содомии. Почему не показывает, как в третьем или в четвертой батле, откуда тебя убили и кто убил? Помнишь, показывали? В четвертой прям помечалось. У вас таким... полно денег мне пишут. Серьезно? Как это? Прям какие богатые-то. 4000, и что я куплю на 4000? Прям полно денег у тебя?
Голографический. Что это такое? Микро какой-то прицел. Ой, что поставил? Смотри, есть усилитель какой-то. А, в вашем арсенале нет усилителей. Усилители какие-то еще дают. Прокачай своего героя, короче. О, ничего себе. О, вертухан. Поехали, давай на вертухане попробую. Основное оружие. О, здесь можно, да, за деньги покупать ведь оружие, действительно. Давай я тебе сажусь. Давай. Полетели, я за пулеметом. Сейчас веселуха будет, ёпт. Я за пулеметом. Так, точка Б, значит, держим. Масштаб, да, кстати. Держим. А почему? Слушай, это режим хардкор же, здесь прицела-то нет. Прицела нет и вида нельзя. А, я-то думаю, что за фигня. Что-то меня кринит немножко в бок. Что-то мы не туда летим, Олег. Я сам выпал. Я сам выпал. Я на мусорные баки приземлил. Ну его нафиг, такие политушки. Да, вон точка Б рядышком. Вижу. Так, окей, смотри, за мостом аккуратно. Ага. Так. Контроль над захватом 20-ку дали, 2745 бачей. Что-то слабо пока, мы еще не разродились. Ну да, видимо. Пока что лажа. Пока что мы слабо бьем противника. Я вообще убил там максимум 4 человека, может. О, у меня кто-то с оптики гасит. Уже? Да. А, вот он, чувак, вот он, вот. Блять. Вот так вот. Вот так вот. Мафлон какой-то убил, короче. Мафлон. Мафлонис. Мафлон готовит на тефлоне. А, со Скотт-элита. Скотт-элита, опять скотина элита. А, скотина элита, да. Скотина элита. Так, ты где, дохлый? Сейчас гляну, какие тут эти есть. Что прицелы есть? Экипировки? Mm-hmm. Давай посмотрим. Аксессуары, фонарик, нахера нам фонарик пока ну, не смотри, надо. Здесь вся оптика, в принципе, мушка есть просто. Рукоятка, пламегаситель. Аксессуары без аксессуаров. Фонарик есть, кстати, хорошая штука. Ствол, пламегаситель, стандартный ствол. Рукоятку ушная можно мушка, поменять, давай. Кстати, без насадки, есть насадка, краска по умолчанию, еще за бабки краска покупается. Я поставил пламегаситель, в принципе, нормально. Я тоже что-то там и фонарик выбрал. Ой, еще дубинка на F, кстати, да? Да. Ты ножом было круче, конечно. Ну, действительно. Ну, да. Ладно, жалко, вид вот не меняется, и прицельчик все-таки ну, это нет. Сервак хардкорный. Ну просто. Да, да, реал. Ага, значит так, да? То есть надо всех оповестить, что мы едем, короче. Ага. Заметь, не быстро. Всех потенциальных врагов надо оповестить. О, давай эту захватим. Тихо. Ты уже выбежал? Какой ты шустрый парень. Такой крик из ангара. Ну, крик из ангара. Хера. Точка Б, точка Д. Вы что там по кругам бегаете, по трубам? Вы же не Марио. По трубам-то бегать. Так, где они? Они захватывают опять это дело. Опять кто-то орёт. Кого? Ё, ты чё, опухли, что ли? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, да ладно, как мать так-то, ты? Ну? Я тоже не знаю. Я в упор в него стрелял, в упор стрелял. Он меня убил с МП5К. Как с так? Да, да вообще, я просто даже прозреть не успел. Ну надо же. Штурмовик. Ну давай попробуем все классы. Штурмовичок. Я уже пробовал. Штурмовичок, по-моему, тяжелый, да, Магнум? Давай я тоже попробую штурмовиком все-таки. Ты сел, погоди. Ой, я. Подожди. Тихо, все, поехали. Поехали. Во. Поехали, ребзя. Вытащимся из окна, высунемся, то есть. Хера. Круто. У меня еще и граната есть даже, да. Ой, там тело было, по мне. Нет, не было. Тело было. У нас сейчас 3 тела будет. Вон они едут, смотри. О, да. Говно. Давай, чувак, говори. Сидим такие, стреляем, значит. По холопам стреляем, огонь доведем. Веселые ребята, однако. Ага. Весельчак Фабио. Как же так, я наверх сразу, все на крышу, короче. Да, я внизу побегаю, пока посмотрю. Опаньки, какие шустрые ребзи. Ну, сука. Дробаш вообще тема. Ну, помнишь, как мы на Зибе нагибали? О, дробовик, ну Зиба это было вообще нечто, конечно. Там помповый просто экшен. Дробовик, он решал, короче, судьбу. Да, да, это было просто. А здесь... О, полицейская тачка, поехали. Это вам не сопли жевать. Дробовик, конечно, хорошая вещь, не, но... Чувак, садимся? Не, я тоже не сяду, не-не-не, все. Ой, блин, занят, сзади, 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 сзади. Где он? Где, ты видишь? Вот он, вот он, вот он. Блин, да что ж такое-то, ну? Как же они лупасят? Вот задроты, а? Убил же, нет? Да, убил. Помощь в убийстве мне дали 19. А я убил его? Мне да, ну тебе ждали, бля, да. Одно это самое. Я 4 раза умереть успел. Да я уже 20, наверное. А заметь, какой счет? 11-5, ну? 7-6, 5-3, 3-6. У людишек. Слушай, ну, мне дробашом нравится. У нас больше очков пока. Давай, Женек, ну, это давай. Твоя ласточка. Бля. Ага, я эта ласточка, знаешь, какая дерганая. Звук странный у нее этой ласточки. Нормально, Жень.
поехал. Переключает скорость, так. Сел и поехал, Жень. Сел и поехал, ага, вложений не требует. Не надо техосмотр. Сел и поехал, да. Да, все нормально, все отлично. Сел и поехал, все отлично. А нахера ты опять на свалку едешь, объясни мне. Точка Б же. Тут точки есть, там нас всегда в решето месят. Вот смотри, здесь точка Б быстрая. Быстрая? Очень. Поедь сам дальше. Не хочу. Пойдем наверх, заберемся. Вау, там снайперище. Подожди, снайперище, мудище. Так, окей. Я пока никого не вижу, у меня человек дышит. На крыше очень... снайпер, вон же. Грузно дышит у меня. На какой крыше? Вот, я вот сказал, здания. На крыше снайпер, видишь? Нет, пока... А, вон, вижу, вижу, вижу. А, это не он, это труба. А, вон, 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 гасится, вижу. Блять. Ну, я хотел попытаться выглядеть. Я тоже пытался. Мы попытались. Тщетно твое бытие, сударь. Сударь тщетный. Так, значит, что взять... Механик, в принципе, ничего так с МП5К. Ну, ничего, кстати, я очень да. любил. Я нагибал по черному. Только на дальняк не очень. Да. Чуть лежал. Я вот сам не знаю, что суда устал. Так, а, ладушки, да? Погнали. А, ладушки, покажу, поехали. Покажи, давай. Я горю желанием увидеть мастер-класс. И езды, и стрельбы, и вообще всего на свете. Сейчас, сейчас все будет. Ты опять на точку боишь, на свалку? Нет. А, один... Один путь, чтобы я умереть. Меняю. Траекторию. О, да, траектор. Друзья. О, это же эти, бандиги. Ёй, бандиги. Ее, завалил чертилу полосатую. Все, готово. Ну его нафиг. Завалили, свинут, да, ублюдка? Я завалил, да. Как вовремя мы, да? Да. Вот мрази этих. Ой, наверху, наверху, наверху. Да бегу. Как так, ты, ну? Ну, сука. Слушай, ну это сверхбыстро, не убивает, просто нереально. Только начинаешь стрелять, и тебя раз снимает. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо. Нормально, женщина, привыкнем. Ну как же быстро снимает, как дешевую проститутку. Дешевая китайская шлюха. Это же боги батлы. Все, короче, можно первую серию закончить. Заканчиваю первую серию. Мне понравилось, было. Мне тоже нравится, слишком просто бешено, надо привыкать. Мы пойдем на другой сервак, где можно хотя бы вид поменять и прицел есть. Да, давай попробуем. Все, ребятуши, это был Battlefield Hardline. Всего хорошего, до новых встреч. Пока. Пока-пока.